Вот мы попали на безобразие, романтический парк, так вообще шалман какой. Мы сейчас отбились от группы, нам разрешили это сделать. Мы встречаемся около какого-то колокола. Ну вот, пропустили нас сейчас сюда. Ну, вроде народу тут прям табун. Идем по стилизованной китайской деревне. Да. Тут что-то стучит, что-то готовят. Вот тут можно посмотреть. Ну, нет, я думаю, что деревня будет дальше. Там какие-то храмы, какие-то домики. В общем, короче, сейчас дальше посмотрим, что будет.